It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most. Привет. Сегодня мы идем укрывать елки. Я снимаю видео просто. Ой, против света. Так, мы идем сначала вперед. Ты уже все взял, Костя? Так, идем сегодня обкутывать наши елки, потому что уже холодно. Мы боимся, чтобы они не перемерзли. А то тряпки мы эти купили. Ну, только потому, что мы эти тряпки купили. Так уже ж нужно обвернуть елки. Не важно, что до этого они стояли 2 года. Не обвернутые. Так. Вот. Елочка уже. Какая она. Немножко пожовкла. А? Ножницы должны быть наверху в корзинке. В корзинке, там, где все причиндалы. Боже мой, сколько уже у нас мусора. Захламились. Уже и лестница, и здесь маленькая мебель для гаража. Кость, в корзинке. Ну, я еще говорю, корзинки, вот они. Ты о том же и говоришь. Вот нитки есть, вот там пакетов, я там без пару. А, хорошо, надо занести домой. Мы видим, насколько они дырявые. Вот. Чтобы они не повьяли. Вот такая вот мешковина. Посмотрим. На улице не холодно. Насколько этого хватит? Да хватит, Геннадий. 9-10 метров. Эти пакеты можно. Как это все сделать? Ну как, обвернуть и закрутить. Такая елочка. Грейся, елочка, и грейся. Что, мне надо там розочку закрыть, пока она не умерла где-то там у меня. Не надо, поэтому не закрывайся до конца. Не, у меня есть телефон отъедал. А почему эта штука здесь умерла? Какая штука? Это... А, потому что она проветривалась, надо это вот. Вот все, елочки наши. Зеленые, будем сейчас закрывать. Да, можно не закрывать. Та елка, дай Боже. Да. Вот так. Да, да, подверни прямо. Ну, под, где нас там подержала чуть. Иду. Так, вот такие мертвые с косами стоят, как мертвецы. В общем, тряпки хватило вот на 3 елки большие и 1 маленькую. Там ничего нормального задули снизу? Нормально. У вас нагнал, что типа. Еще нам надо на 2 будет купить. Надеюсь, будет ткань, потому что в прошлом году в это время я шла покупать, уже не было. Вот. Посмотрим, будет ли в этом году. Все, сейчас мы едем в Икею. В Икею. Еще мне надо покрасить волосы. Хочу покраситься. Едем в Икею. Я в своей... В такой штучке. Маленький снег. Я не знаю, видно? Маленький снег. Куда? Куда? Мы пришли с папой, вот мы Gabby здесь. Она lost нас? Не-не, yeah, so Чика бачка плакала. Там холодно очень. Так, сейчас здесь раздают елки. Раздают, продают, не знаю. Дай руку, иду. Дай руку. Сейчас мы будем... Нет, нет, ты идешь со мной. Сейчас вон там Костя идет. Мы идем посмотреть елки. Бесплатно это. Что написано free. Christmas tree free. У нас уже, конечно, есть. Но мы сейчас посмотрим. Так, buy $20 Christmas tree. Receive $20 купон. Вот так вот.
бутерброд. Деткам я взяла одну на двоих. Хэддок и френч фрайс. Вкусные дошки, сядь только ровно, повернись к тарелке, сынок. К себе взяла супчик, как всегда, я люблю, какой-то куриный. С чесночным хлебушком. Острый, да, Костя? Острый супчик. Вот мы купили 4 стула, вот таких нам на брекфастерия, там, где мы обычно кушаем. Старые выбросим. Купили такие сидушечки на 2 старых стула, которые облазят. Купила я Косте на ланч новые коробочки, освежила сейчас по скидке, меньше чем $3, 2 штучки. Купила 2 наши чашечки любимые, я люблю очень этот цвет. Купили 2 дорожки, еще мне нужно достелить в ванне. И такие сейчас у них новые стеклянные для мыла по 99 центов. Взяла 2 штуки попробовать. Вот и все. Короче, на 180 баксов. Сейчас скидка. Сейчас скидка у нас получается на все дайнинг. То, что стулья, столы обеденные. Сейчас у них 15% скидки. В принципе, это так нас и сподвигло на покупку стульев новых, свежих. Сейчас приедем, будем складывать и смотреть, что там получилось. Все, мы... Я не иду никуда, я сейчас готовлю кушать. Папа складывает стулья, и что-то ему не нравится, он говорит, что что-то не совпадает здесь. Вот эти белые штучки. У них нету выбора, они должны совпасть. Папа делает хол. Я занесу, чтобы тебе Да, эксперимент это показывает. So I'm showing you how it could stick to my hair and stick to the wall. Mm-hmm. So first, you take a balloon. Mm-hmm. Rub it against your hair really fast. Вау, и дошечка, это magic просто вообще. Это вам на уроке где-то показывали? Yeah, at our experiment in school and at the science factory. А, это у вас было на science. Mm-hmm. Понятно, но видишь, интересно, что-то в школе ты выучил. Что можно, оказывается, мячик приклеить к стене. А почему он клеится? Вам рассказывали, что происходит? Because you provide electricity. Да, твои волоски. And it gets really used to your hair since you put it on really fast. It starts to want to stick to it. Угу, ну классно. Это физика прям. В 7 классе мы это учили. Неоновые палочки или какие там натирали. On the 7th grade. И у нас, да, да, все там ко всему прилеплялось. Волосы стояли стояком. You can do that to most things that provide electricity like a balloon. У кого завтра концерт? Me. I want to put it on my head. Work while this thing is sitting on my head. Okay, this feels... Yeah, it feels nice. Ты делаешь математику? I thought it was stuck on my nose. Нет. I'm gonna make it stick to mommy's hair. Не надо. Why? Мне интересно. Ладно, спасибо, сынок. I have no choice. У меня не держится. А, не держится. Та-дам! Ко мне тоже прицепилась. Видишь, Идоша, какой? Mm-hmm. Мама тоже срабатывает. О-о-о!
Сейчас к моему щеке, к моей щеке. Oh, it's okay. Cool. Yeah, it also stick to the skin. Oh no. Ну, что Константин у нас делает? Лепит штучки, чтобы не скрипело, не царапало пол. Ну и пятна не оставляла. И пятна. Ну, он оставляет пятна на мокром полу. Кто? Эти кругляшки. Кругляшки. Ну, вот так на этом. Наши новые 4 стульчика. Вот такие прикольные. Еще сидушки. Кажется, какой-то левый последний получил. Да нормальный стул. Что ты придумываешь? Какая вот такая сидушка? Какая-то. Нормальная сидушка. Такая же, как и на всех остальных. Видишь, на всех ровно. А здесь как будто бы не ходил. Они все упакованные. Ты знаешь, что если кто-то что-то возвращает, они возвращают это в этот вот. Если не знают, что кто-то возвращал, если возвращают, чтобы они не знают, то значит никто не будет знать, что они забрали. Ой, какие красивые стульчики. Все прям в тему. Там мы когда-то целый набор пакет такой купили разных размеров. В Костко. $16, да, по-моему, $16 стоило это. Вроде 20. Ну, сейчас она уже 20 стоит. Это мы года 3 назад покупали. Когда в этот дом переезжали, покупали. Когда переехали. Просто дерево. Очень легкие стулья. Такое ощущение, что внутри даже они полые. Такое легкое. Ну, кушать. Очень мне понравилось, что здесь широкие попки. Для широких попок. И высокие спинки можно удобно. Так что широкая попа, и можно приходить там в гости. У кого широкая попа? У нас есть 4 стулья, можно вставать. Смешная папа. А что делать? Кому сейчас легко? Все, коробочки остались от стульев только. Надо будет их уничтожить. Я бы сюда, конечно, коврик посеяла. Здесь зимой так холодно на этом полу. Коврик? Угу. Лучше утепли это. Ну там внизу бейсмент, кого утеплять? Еще один. Все, 3 ступени тоже. Да, есть разница. Это шумно, конечно. Это уже тихонечко. Тихонечко. Пучечки раз, отклеил, приклеил. Ну, это один раз приклеил и все. Ну да, они иногда, конечно, отлепляются такие, если сильно там что намочилось. Но в основном, вот мы как облепили 3 года назад, так и держится у нас на диванах, на больших стульях, на столе. А на этом столе тоже, да, по-моему? Да, все, мы все облепили. Здесь наборе очень много штук, что мы все облепили. Может, тебе тоже на подошву наклеим, чтобы ты не шуршал, когда ходишь по полу? Я так же не звенел, когда поговорил. Да, чтобы все заплатили. Все, последнее. Та-да-да-дам. Все.